9 человек погибли в крупном ДТП Туркестанской области, 13 человек пострадали. Авария произошла близ села Шаян Байдебекского района. Там столкнулись, а потом загорелись 3 автомобиля. По версии полицейских, ДТП произошло из-за выезда одной из автомашин на полосу встречного движения. Другие водители просто не успели среагировать. Возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства произошедшего выясняются в МВД. Тем временем рассказали о том, что жара провоцирует аварии. Поэтому в ведомстве рекомендуют автовладельцам планировать дальние поездки утром или вечером и обязательно брать с собой воду и аптечку. На автодороге областного значения на 304-м километре произошло столкновение автомобилей. Из-за их возгорания на месте происшествия погибли 9 человек. 13 доставлены в больницу. Двое отказались от госпитализации. Мы призываем водителей соблюдать правила дорожного движения и скоростного режима.